Привет. Привет, привет. Спасибо большое. Как прошел твой день? Похоже, спасибо. В целом хорошо. Мальчику татуировку сделали, скоро выложу все свои работы новые. Привет. Привет. Моя любовь. Нет, она не рычит, она хрюкает. У нас немного, скажи, проблемки, мы болеем. Кэр, убери ушки, не хочу. Сколько ты весишь? Сейчас где-то 47 килограмм я набрала. Каролина, как называется книга, про которую ты спрашивала в сторис? Книга называется «Историческая личность». Не могу ее найти, говорят, издание прекратили. Как ты не загорела на Сейшелах? Я загорела, просто у меня очень слабо ложится загар. Потому что я бледнокожая вообще на самом деле. То, что я хотя бы так загорела, это уже прогресс. Какой у тебя рост? 165 сантиметров. Я маленькая. Когда он два по сценарию? Нет, я уже отвечала на этот вопрос. Привет, привет. Подскажи, какой фильм посмотреть? Ой, я по фильмам не особо. Я больше книги люблю, поэтому вряд ли посоветую. Привет. С каким отрывом выходит серия? В неделю. Опоздание идет в неделю, пока все смонтируют. Какие планы на жизнь? Стать, наверное, великим татуировщиком. Не знаю, пока такие. При таком росте ты нормально весишь. Но я стабильно вешу 43-44 килограмма, поэтому сейчас набрала книжку. Что книжку? Ты классная, спасибо. Спасибо за вопрос. Не за что. Легко было почти без интернета на доме 2. Ну, первое время тяжело. Потом привыкла, с кем общаешься из дома 2. В основном с ребятами, которые уже за периметром. Привет, привет. Всем привет. Люберцы бушуют. Безус вообще козел. Красотуля, спасибо. Как собираешься худеть? Сейчас опять сяду на правильное питание и ежедневные тренировки. Волосы классные, спасибо. Это каниклоны. Это не волосы. Советую книгу. Хорошая книга «11 минут». Потом хорошая книга «Алхимик» сейчас читаю. Потом «Я буду тебе вместо папы. Психологию, кто любит, очень интересное». «50 дней до моего самоубийства». Зависит от жанра, который вы любите. «Передай привет Липецку». Липецк, привет. Привет, красотка, привет. Здравствуйте, здрасте. На дом хочешь вернуться? Нет, не хочу. Макияж классный. У меня только стрелки. Не особо люблю краситься. На доме 2 всегда заставляли ярко краситься, чтобы быть в кадре ярче. Спасибо большое. Не за что. Игрок проект, но еще всех учил жизни. Он очень сильно поменялся. Он на самом деле не такой. Был хорошим человеком. Не знаю, что с ним случилось на самом деле. Обидно за него, если честно. С Безусом общаешься? Нет, не общаюсь. Каролина, ты умничка. Спасибо большое. С кем общаешься с дома? Отвечала. С кем ты живешь? С мамой, с папой, с сестрой и с племянницей. У меня очень большая семья. И городу Михайлову передай привет. Город Михайлов, передаю большой-большой пламенный привет. Там два по сценарию. Отвечала.
остались к ним чувства. Но они так быстро не проходят, а остались пока. Но я стараюсь как бы заглушить это все, забыть, отвлекаться, загружать себя работой, книгами. Привет, привет. В Москве живете? Да, в Москве. Почему ты такая убогая? Потому что такая получилась. Как зовут маму и папу? Мама Лена, папа Женя. Красивая, очень спасибо. Привет, привет. Отец говорил в эфире, что ты ему писала, что его любишь. Это было давно. Вы живете на квартире? Да. Сколько платят на доме 2? 17 тысяч. У вас был режим на доме 2? Да, подъем в 10 утра. Пропустила ответь, пожалуйста. Не по сценарию. Ну, там есть определенный момент, когда говорят, намекают, как бы, что лучше сделать, чтобы поярчить. Где сейчас работаешь? Работаю сейчас на дому, бью татуировки. Мою маму тоже Лена зовут. Это классно. Ты очень красивая, спасибо. Я еще щеки отъела. Так мало людей. Достаточно. Спасибо большое. Не за что. Каждому участнику платить 17 тысяч. Нет. Если ты яркий, если ты долгий участник, то платят до 150 тысяч. Делают тату подросткам. Делают тату подросткам с разрешения родителей только от 16 лет. Младше не делаю. Привет, привет. А что будет, если не встать на подъем? Ругаются. Я не понимаю, как можно так себя вести. Ну, не понимаешь и не понимаешь. Прикольно тебе. Бери уши, нос посмотреть противно. Не нравится смотреть? Не нравится? Вали отсюда. Пока. А, планируешь тату на необычных частях тела, шеи, лицо и так далее. Лицо точно нет, я не буду трогать. Шея, возможно. Сейчас на данный момент хочу забить себе рукав. Я уже начала вот потихонечку делать руку, поэтому все впереди. Посмотрим, что мне в голову дальше стрельнет. Я имела в виду Лешу. Что Лешу? Не поняла, прости, пропустила. Привет, привет. Самое красивое спасибо. Привет из Грузии. Привет. Комнату покажи. Я поняла, как с тобой увидеться. Надо записаться на тату. Ну, так некоторые ребята делаешь. Да. Самой себе не трудно набивать. Я не сама себе это набивала. Я набивала сама себе на ноге. Больно тату делать на руке, как быстро заживает. Заживать в течение полутора недель довольно неприятно. Не то, что больно. Скорее, больнее на таких частях, как стопа. Ты хочешь на проект Дом 2? Нет, не хочу. Ушла, и слава богу. Чё тебе сказала это? Вечер правильно делаешь, посылаю всех своих доброжелателей далеко и надолго. Хорошо. Угу. Лёша постоянно дерется. Он очень сильно поменялся. Я не представляю, что с ним происходит. Шелестовская Янка, привет! Жду тебя завтра. Куришь? Да, курю. Привет. Всем-всем-всем большой привет. С Настей дружите? Да, общаемся. Ты умничка, красавица. Спасибо, Ша. Сходите с Лешей, вы классная пара. Это невозможно. Я нахожусь в Москве, а он на Сейшелах. Приеду. Все, Яночка, я тебя жду завтра. Ты куришь? Да, я курю. Не знала? На дом 2 пускали курить? Да, пускали. Брата! О, Янка, завтра будем на перекуры бегать. А, нравилось тебе на острове? Да, нравилось. Бил, сбрил бороду, изменился. Думаю, борода там особо не повлияла. Я скуёбнуть все-таки посильнее нужно. А из ведущих кто больше тебе нравится? Так ко всем одинаково отношусь. Наверное, все-таки Черкасов, Ефременкова. Здрасте, здрасте. Без Лены тебя скучно смотреть эфиры. Ну, без Ленки, наверное, точно. Судя по тому, как мне все пишут, что я была тухлая, с меня нормально. Передай мне привет, Лиза Набокова, правильно? Привет! Только ради вас смотрела остров, надо его звать за периметр. Ему и на проекте хорошо, он не хочет за периметр. Это его личное дело. Лучше бы выгнали Дану. Ну, Дана с Димкой ушли уже. Почему Безус не пошел за тобой? Потому что он не думает, что у нас что-то получится за периметром. С кем общаешься с Дома 2? В основном с теми, кто за проектом. Уже в каком городе ты родилась? В Волгограде. Бля, передай мне привет. Шелестовская Яночка. Привет, моя солнышко.
У тебя классный эфир, спасибо. Как тебе Валера с Ноной? Без комментариев. Привет, привет. Как дела? Дела хорошо. Как относишься к фан-аккаунтам разных людей из Дома 2 и своим? Отношусь очень хорошо. Ребятки занимаются тем, что им нравится. Почему нет? Иногда даже своим захожу, лайкаю, кто создает мои фан-аккаунты. Это так приятно. Как ты могла с Димой встречаться? Ну, как-то. А где косички заплетала? Заплетала мне девочка в Отрадном. Приветик из Минска. Большие люблю тебя. Ой, привет, 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 Минск. Я хочу привет от тебя, Диамонт. Правильно? Привет. В каком городе училась? Учусь в Москве. Передай мне привет, пожалуйста. Не могу это выговорить. Привет. Дорого платишь за жилье? Нет, родители. В школе? Нет, я не в школе. Ты очень красивая. Спасибо. Я отъела щеки. Что думаешь о паре Насти и Лёши? Если вы про Кудряшовых, то я их люблю как пару. Они офигенные ребятки. Несмотря на то, что прошли кучу трудностей, все равно держатся вместе. Поэтому молодцы. Блин, поначалу милашечка такая была, потому что он тебя нашло. Крыша поехала на Доме 2. Сейчас восстанавливаюсь, прихожу в себя, становлюсь снова спокойным человеком. Правда, по моей внешности это не скажешь, потому что я меняюсь по максимуму. Не подпускаю уже к себе так близко людей, как раньше. Стараюсь меньше общаться с ребятами, которыми раньше общалась. Жалко, что ты ушла с Дома 2. Ничего страшного, я очень рада, что ушла оттуда. В какой школе и городе училась? Я на самом деле во время того, когда училась в школе, очень много поменяла школ. Я училась и в Волгограде, и в Волгоградской области, и в Москве. Поэтому в Москве думаешь остаться? Ну, пока в Москве. А Алена с Ильей помирились? Ничего не знаю, ребят. Кто ты по знаку зодиака? Я рыба. Передай привет Армавиру с Водуси. Армавир, привет! Ну? Участники на камерах и без них ведут себя по-разному. Иногда, да, есть такие персонажи, которые очень сильно отличаются. За периметром лучше тебе? Намного лучше. Сколько весишь? Ты очень красиво. Уже отвечала. Где-то 46 килограмм. Передай, пожалуйста, Краснодару привет. Краснодар, привет! Оля просит передать. Вешу 46 килограмм, будем вместе худеть. Хорошо. Что тебя подтолкнуло пойти на проект? Если честно, сидела от балды, просто на кастинг написала в электронном виде анкету свою, и все, и собиралась на тренировку, мне позвонили, сказали, приезжай через 2 часа, срочно, ты нам интересна. Я приехала, поболтала с ними, они сказали, все, в понедельник с вещами заходишь. Я даже сама не поняла, как туда попала, если честно. Что тебе... Так, привет, привет, почему ты так срезка? Ты это специально? Да, я сделала это специально, и я Лёше сказала в тот день, что я сделала все, чтобы меня выгнали с проекта, потому что он мне постоянно говорил, что отношения он со мной больше не хочет строить. А я говорила, если с Лешей я не буду строить отношения, значит, мне нечего делать на проекте. Итог, я сделала все, чтобы меня выгнали, потому что перед этим я ходила неделю и просила, пожалуйста, отправьте меня домой. Меня никто не хотел отправлять домой. По итогу вот так. Пусть другими способами, пусть отвратительными, но все же я оттуда выбралась. На кого ты учишься? Экономист, банковское дело. Привет, привет. Тебе нравится пара? Без срезка, а не пара. Ужас, я промолчу. Это хорошо, красавица. Сколько стоит набить тату на всю руку? Ты мне скинь эскизы, я тебе скажу, сколько это будет стоить. Ромка, привет из Николаевска. Привет! Туда интересных берут? Да. Как ты относишься к Ноне? Нейтрально. Почему тогда Грица не выгнали? Он топчик. А Бузова реально глупая? Она далеко не глупая, ребят, поверьте мне. Правильно, что ушла. Я тоже так думаю. Почему вы расстались? Потому что, по его словам, я не хочу меняться. Хотя я ему не раз говорила, что хочу меняться. Потому что человек не видит своих косяков, когда у него точно такие же, и сам не хочет меняться. Ну, как бы такая несостыковочка пошла. Что вы в этом бизнесе нашли? Он же реально ни о чем. Хотя бы раз приятно сделал. Ну, блин. Ко мне он относился поначалу хорошо, все было прекрасно, потом где-то он начал делать проектную движуху, поэтому я это не оценила. А кроме Безоса тебе на проекте кто-то нравился? Нет, никто не нравился. Сейчас единственный прикольный мальчик пришел, который к Бузовой, мы все его из ребят, кто ушли, оценили. Реально красивый заход у него был. Зачем тебе менять? Тебе менять? Ты и так идеал. Спасибо большое, но мне немного в себе не нравится. Верните Собчак, о да, будущего президента. Безус игрок. Безус парится, что ему столько лет и сидит на этом шоу. Нет, не парится, с ним все хорошо. Почему другие девушки за драки не выгоняли? Потому что
Не знаю. С Настей общаешься, да, общаемся. Каролина, передай привет любимому мужу Владу Рыженко от Насти. Передаю привет любимому мужу Владу Рыженко от Анастасии. Привет, привет. Да, он классный. Что для тебя главное в мужчине? Главное решительность, главное преданность. Наверное, качество, как у собаки, сейчас перечисляю, но на самом деле, чтобы мне было с ним... Ты хочешь вернуться на дом 2? Нет, не хочу. Привет, привет, София, привет. Так и живем. Вы увидели сейчас лицо, которое на меня тут смотрит. Тоже будущая участница дома 2. Я тебя убью, если туда пойдешь. Буду писать. Оля, лох. Привет, привет, привет. Ребят, видимо, закончились вопросики. Дуська. 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 Смотри, главное, сваливает. Вот ты ее зовешь, а она сваливает. Ты самая красивая на проекте была. Спасибо большое. Общаешься с Безусом? Нет, не общаюсь, уже отвечала на этот вопрос. Я написала ему о том, что не надо мне вообще писать и упоминать меня в каких-либо своих сторис. И все, что связано со мной, не надо, все, пожалуйста, чтобы он меня оставил в покое, потому что он там сейчас уже с Миленой, ему хорошо, все, удачи ему, делает пусть проектную движуху. Какой у тебя режим дня? Сейчас отвратительный, надо восстанавливать, я встаю в 2 часа дня примерно, это стихийное бедствие. Потому что раньше я вставала в 7 утра каждый день, в 7:30 у меня была первая тренировка, потом... 12, вторая, поэтому сейчас нужно срочно восстановить режим, я не буду отвечать, какой у меня сейчас режим. Ты поначалу бесила, что типа пару разрушила, а потом понравилось. Бывает. Такая клевая ты, спасибо. Ты никогда не думала, что Безус похож на Тимона из мультика Тимон и Пумба? Нет, об этом я точно не думала, я думала, что он похож на Гарри Поттера, а еще есть фотка, где он, у меня с ним фотка, где он похож на Егора Крида. Скольки лет можно попасть на Дом 2 с 8? Как настроение? Так, это я ответила. Шабарин реально такой больной. Я не смотрю Дом 2, я видела его очень мало на островах, поэтому ничего сказать не могу. Смотришь Дом 2? Нет, стараюсь всегда переключать. Это для меня больная тема. И родителей прошу не говорить, что там происходит. Мне неинтересно. Он хочет, чтобы ты вернулась на проект. Кто хочет? С Миленой? Ну да, и вот правильно, острова. Он сейчас там с ней в кровати одной лежит. Вместе сторис записывает. Удачи ему. Сколько у тебя было парней? Какой актуальный вопрос. У меня были одни долгие отношения, почти 2 года я с мальчиком встречалась, 4, наверное, мальчика, с которым я просто встречалась, общалась, где-то так. У меня вообще в школе была кличка Бритва, потому что я всех пацанов брила, как бы ни с кем не хотела общаться, встречаться, гулять. Петр, ржешь, я серьезно. Что у меня слабый сигнал и приостановлено. А Оля без трусиков. Если вам интересна эта информация, могу вам ее показать. Ты еще любишь Безоса. Давайте следующий вопрос. Почему расстались? Потому что я такая, не такая вся, не хочу меняться, по его словам. Ты такая красивая, спасибо. Ну что, она там сдохла, что ли? Турчин реальный экстрасенс. С Турчина экстрасенс, как с меня, блин, балерина. Покажи себя без маски. Не хочу. Сколько тебе лет? 19. А, я не Кариночка, я Каролиночка. Поехали с нами в Архиповку. Я даже не знаю, где это. Он же про тебя посты пишет, что любит тебя. Он ни разу не писал, что любит меня. Постоянно говорит, что у него нет любви ко мне. Просто сильные чувства, ребят, не путайте.
скажи подругу, если она не против. Конечно, она не против! Она не против, она... Ну, блин, ну посмотри на меня, армянская морда. Вот. Зачем ты мне свои переписки показываешь? Последнее фото, где мы с ней в клубе. Костка, милый, спасибо. Черно, как тебе? Она добрая или опасная? Она и добрая, опасная, она прикольная. А, скучаешь по Безосу? По тому, которого знала в самом начале, когда только приехала на острова, который сейчас нам человек нет. Голос у тебя кайф. Спасибо большое. Хочешь вернуться в дом 2? Нет. Привет. Дом 2 для меня пройденный этап моей жизни. Никогда в жизни больше, наверное, не буду участвовать в никаких реалити. Но заметьте, наверное. Давай поженимся в следующем году. Оля предлагает мне пойти, но давай поженимся. Как вы думаете, идти? Даже собака в шоке. Ты что, не спишь? Не хочу. Тебе больше Бузова или Бородина? Наверное, Бузова. Даже не загорела. Загорела. У меня за кожу слазит. Ну. Как тебе в Дом 2 было? Не ахти. Много под 19 лучше учиться. Я и так учусь. Спасибо за совет. Когда не всегда так жестит, да, это его фишка. У тебя такая подруга веселая. Это на... Псина редкостная. Сучка. Люблю армянок. Ой. Она тут минутку стриптиза устроила. Ну и что я? Я секас, да? Я будущая участница проекта Дома 2. Наверное. Фу. Наверное. Ну не факт. Не, ну это, чтобы Много ли подписчиков после проекта пропал? Интернет тупит. О! После проекта, наоборот, очень много ребят на меня подписалось. Наверное, потому что я начала активнее вести свою инсту. Очень много ребят прилетело, поэтому... Нет, я только в плюсе по подписчикам стала. Привет, привет. Почему ты не удаляешь фотки с ним? Не знаю, как-то руки не доходят на память, наверное. Когда созрею к новым отношениям, это будет некий сигнал. Когда я удалю все фотографии с ним. А тебе родители пустят на проект? Какой? Ну, он даже пустили. Бузова или Бородина? Бузова. Блин, ты классная. Зарядка садится. Как относишься к Алене Рапунцель или ее срывам? Аленку я очень сильно люблю. А вот насчет ее срывов я очень сильно переживаю, потому что девочка беременная. Действительно, это очень опасно для ребеночка. Такие... Выкрутасы, которые делал сейчас Илья, я вообще не одобряю. Смотришь проект? Нет, не смотрю, стараюсь вообще не смотреть его сейчас. А я, кстати, когда ты была, вообще ни одну серию не выпускала, сейчас мне на него вообще пофиг. Понятно, видите, это мой главный кумир. Да, сам фанат. С кем на проекте дружишь? Сейчас уже ни с кем, общаюсь с ребятами, которые за проектом. Котик. Во, вот это прям для тебя. Побудь псиной. Кто курит на проекте? Большая часть ребят. А, подожди. Открой рот. Кто-то хочет добавить вас в друзья. Что чувствуешь к Безосу? Обиды. Обида есть. С Безосом встречаешься? Нет, не встречаешься. Что чувствуешь к Безосу? Обида есть. Чувства у меня к нему остались. Обида есть. Да, очень большая обида есть на него, потому что он очень сильно поменялся, стал не пойми кем. Побудь зайкой. Да, зайка хочу.
Да, выгонят. Только... Нет, не выгонят, поверьте мне. Вам Бузова обращается. Люберцы гудят. Футбол еще, блядь, не закончился. Маникюр классный у Оли. Он почти слез у нее. А, ногти? Да. Почему-то такая красивая. Девочка уехала. Он зазвездился просто. Есть такое. На проекте сценарий, нет сценария, нет. А как вам мой маникюр? У вас зарплата была? Да, была смешная. За проектом больше зарабатывала. Как думаешь, Лебезус прилетит в Москву и захочет встретиться с тобой, чтобы поговорить? Ты встретишься? Не знаю. Если он и дальше продолжит творить такую дичь, которую творит сейчас, то вероятность 0,001%. Отвечала на вопрос по поводу зарплаты. Ну, хотя столько рекламы. Спросите у главных редакторов, они вам ответят. Раска бесит. Есть такой момент. Бытовуха так же, как и дома. Стиральные машинки, душевые кабины. Скоро презервативы будут рекламировать. О, да. Резко надо было вообще убить. Она вроде старая, но тупая. Я пойду убью. Оля идет убивать ее. Она проектная, ребят. Расслабьтесь, на таких людей свои нервы тратить. Фу. Зато я поняла на проекте, что хорошие отношения не ценятся вообще, поэтому в этом мире выживают только кто? Суки. И мне направят не любовь, а деньги. Если бы не Рязко, ты бы не ушла. Я специально это сделала, чтобы уйти. Кто еще проектный? Большая часть ребят. Вам готовили ужин, обед на островах? Да, там каждый день готовили. Там шведский стол, а на поляне сам готовишь. С Настей общаешься? Да, общаюсь. Ну, чью камеру включают? Ага, конечно, размечтались. Там нет друзей, да. Ну, скорее все такие знакомые. Ты куришь, да, курю. Господи, у меня в эфир может зайти бабушка. Хватит мне такие вопросы задавать. Ох, ох. Давайте татуху бить. Сыкло. Ладно, спокойной ночи, с тобой хорошо, но надо спать. Спокойной ночи, спокуху. Что-то меня кроет уже. Полинская курит. Спросите у нее, она вам ответит. Как там в туалет ходить, я бы не смогла там жить. Ну, вот так. Ну, камера же. Черно, хорошая девушка, да. Да, Черно хорошая девушка. У тебя тату есть? У меня 5 татуировок. Почему ты ушла? Смотрите эфир и узнаете. Лень пересказывать по 10 раз. Красотка, спасибо. Вы знаете, что самое забавное? Мне куча антифана пишут всякое говно в комментах, что я тварь, мразь, что меня там поджидают под углами, все дела. Но ни одна тварь не зашла сюда в прямой эфир. Где вы все, дорогие мои любимые антифоны, а? Ты у подруги дома? Нет, я у себя дома, мы живем с ним вместе. А чего добились жизни вы? Перетащить к себе подругу домой. Подруга. Дусь, ты на полу? Что с тобой? Слушайте, эти африканские косички, это самое лучшее, что могли придумать. Они такие удобные, господи, не надо париться насчет прически каждый день, не надо укладывать волосы, не надо постоянно их выпрямлять, гофрировать, расчесывать. Господи, это же офигенно. Да, они сыкухи, антифаны, да. Ты куришь, господи, вы по 10-му кругу задаете одни и те же вопросы. Ну, у тебя где-то ножницы здесь сложила, мне надо подрезать, у меня повылазили каникулы. Привет, привет. Жариковой тату нравится? Нравится, но ей надо его подкорректировать. Мы хотели, когда я на поляну собиралась возвращаться, хотела туда машинку привезти. Ну, не успели, да ладно, может, встретимся еще. Они в лицо сказать не могут, антифаны. Это да. Некоторые из них писали,
вот, мы тебя уничтожим, мы тебя убьем, давай, все, тебе капец. Я пришла им свой адрес, говорю, давайте, ребят, я вас жду. И как вы думаете, сколько из них пришло? Ноль. Расплетать их долго? Не знаю, не проверяла. Буду расплетать, потом расскажу. Но заплетали мы их 11 часов. Да-да, 11 часов. Что их тут херово туча, их очень много. Очень-очень-очень много. Они весят 700 грамм, они очень тяжелые. Мне кажется, голова отвалится скоро. Ну ничего, я по чуть-чуть привыкаю. В общем-то, расплести хвост. Ой. А. О, да, детка. Я сейчас похожа на медузу Гаргону. А к кому-то приходил на проект Кудряшову. О, кайф. Господи, такое блаженство. Когда расплетать будешь? Через 2 месяца. Представляете, какой рай 2 месяца ходить вот так вот. Голову намного реже мыть надо. Потому что мои волосы практически только вот здесь у корней находятся. И все остальное, все каникулончики. Мне кажется, сегодня приснилось, что я их расплетаю. Почему ушла из дома 2? Посмотрите эфир, узнаете. Они нереально длинные. О! Эфиры? Эфиры, волосы. С кем строила отношения? С Алексеем Безосом. За драку она ушла. Пристудил! Я с них тащусь просто с этих косичек. Господи, они восхитительны. Почему ты такая дура? Не тряпочка, а специальной губкой. Шампунь туда мочишь, моешь, потом смываешь водой. А есть ли какие-то странные привычки у участников с острова? Да нет, вроде не замечала. Дом 2 начался. Прикольно. Тебя надо было вместо Ряска побить. Мне надо было бить саму себя. Какой ты гениальный чувак. Иди подумай еще, потом напишешь. Всем большой-большой привет. Обратно хочешь? Не. Мне идут груд. Вот, кстати, вот такую прическу на Сейшел тогда и надо было делать, а не волосы наращивать. Нет, знаете, мне кажется, я еще на отдых не захочу вот в ближайшие месяца 3-4 точно. Привет, 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 привет. Во сколько спать ложишься? Ну, последнее время поздно, в 2 где-то. На доме 2 платья, да. Чем сейчас занимаешься? Татуировками. Татушками, татушками, татушками. У меня был офигенный пресс, у меня был режим питания, и там я это все просрала. Безус вообще не умеет одеваться, вечно голый на острове, голый на поляне, голый, мне из-за него парень запрещает Дом 2 смотреть. Да не, на поляне он, кстати, офигенно одевался в рубашечках, штанишках всегда ходил, прям возбуждал, прям... Потому что мне на самом деле очень сильно нравятся парни в рубашках. Я ему об этом говорила. На острове там не просто невыносимая жара, поэтому то, что там пацаны ходят голыми, это нормально. Сколько надпись на запястье стоит, смотря какая? В среднем 700 рублей где-то. Скинь мне в директ, я тебе отвечу. Порешаем с тобой этот вопрос. Езжи, Вася. Сама дура.
Зарядка садится.